Да пропусти. Алло, Дмитрич. Хлопцы, там... Что такое? Ты заявил? Ваш. Где? Мы тут блокировали Урал, короче, он с ящиками. Это БТР, мне надо... Урал блокировали возле поста ГАИ, он с ящиками, с оружием. Ребята, можно отъехать? Он в ящиках. Да я не знаю, хлопцы, что в ящиках. Я сейчас скрывать начну. Да зачем их скрывать? Ну... Как это не знаю, блин, вы пацаны, обязаны... Я же не еду куда-то что-то где-то. Давай телефон сюда. Иди, все. Сядь, за 100 грамм. Не кричите, за 100 грамм, за 200. Кому отдал? А ну покажи, кому отдал телефон? Вот этот тип кому отдал? Сука, блядь. Кому он отдал телефон, ребята? А ну вылез, давай телефон. Я нет, телефон не отдал, два телефона забирали, да. Два телефона забирали. Кто забрал у него телефоны? Мужики наши забрали. А ну, я лично бачу, один отдали, подойдет. Один не отдали. Ну, пусть подойдет. Блядь, я не... Поди его, давай. Ну и что, эта машина будет работать? Открывай. На кого она будет работать? На кого? Давай без маски. Хорошо. Да ты заховай свою камеру вообще. Подожди. Пока как нахуй. Ну а куда ты? Ну что ты потом предъявишь? Себе доказательств. Да нахуй это доказательство. Конечно. Что тебе потом предъявить, что ты скажешь? Открывай кузов. Стоите вот тут. А то вы, блядь, тут нашевелите сейчас, тихо, что, блядь, тихо, тихо. У всех нахуй будет, у них хуя себе куда-то ездить. Стой, а я за что? Молодец, я, спасибо, сынок. И я, твое. Да, правильно, раздаем. Вот что там за дела. Офигели, поднимайте, чтобы все видели. Не... Открывайте, камеры сюда. Так, я снимаю, снимаю. Камеры сюда. Посмотри, что там ящик, Саша. Не вытягивайте. Давай, открывайте ящик. Стой, не кричи. Наоборот, переверни сначала. Открывай. Что это за подстава? Нормально. Давай, давай. А Дэвин? Открывай его. Успокойся. Успокойся. Дайте ножик, зажигалку. Нож у кого есть? Нож у кого есть? Снимаем, зажигалку. Да никуда он куда-то будет. Все, блядь. Нихуя страшного, взорвемся, нихуя. Ничего, блядь. Ребята, что это? Тихо, тихо, тихо. Не трогайте. А ты куда пришел? Уйди. Где? Уйди, отходи, никто не подходит. Иди нахуй, вы же стяну тебя. Народ, успокойтесь, ребята. Тихо, сложиться. Следующий. И показы, Саня. Туда в сторону. Давай в сторону, блядь. Это, блядь, на гранатомет, блядь, на сад. Да. Что, ебанутые? Броники, ребята! Броник, давай. Броник, давай. Сюда, давай. На, давай. Оружие народа! А ну что тут? Оружие народа! Саня, показывай, что это. Все. Показывай, что. Тихо. Один мне. Снимай. Возьми мне один. Что тут? Та же самая хрень. Давай сюда. Пока все тут ложим. Пока все ложим, не трогайте. А ну, подожди, хуйня, глянь. Что за
Подожди. Мы заберем, это наше. Сейчас гляну, мне тоже надо. И мне надо, Андрюха. Саня, смотри, что там. Сейчас. А ловы ты надо. Слышишь, базуки? Рывай их, ёбаный хватит. Базуки убирай в сторону. Спички! Сейчас прямой эфир скинем. Спички давай. На. Да не надо там поджигать и... только. О, а что? Нет, осторожно. Ребята, оружие никому не отдаем наше. Оружие наше. Все, опять. То же самое, снимай. Все. Это мирные люди. Все. А тихо вы, блядь, аккуратнее ложите. Сюда, давай, Виталий. Пацаны, не кидайте, осторожно. Аккуратно сложите. Тише, тише, отошли. Че ты лезешь туда? Не надо туда никому лезть, отошли отсюда, сам. Да хуя вас сейчас тут напрыгнуть, Саня. Аккуратно. Саня, Саня, убирай. Вика, здорово. Мужики. Ставьте аккуратно, ровно ставьте. Плохо. Тот может не скрывать то же самое. Там то же самое. Смотри, есть автоматы. А ну посмотри, если есть кого-то. Нет, да еще ящик. Маленький. Посмотри, аккуратно. Все, тут машина пита. Все, давай. Стой, стой, идем. Пацаны, не лезьте, блядь, вы ебали. Все, куча. Открывай, шоу, открывай. Нет, все. Это все, я РПГ. Цинки, пацаны, цинки, ёб вашу мать. Где цин? А ну давай вот, сюда. Давай. Шо это? Показывай, шо это. Переверни. Переворачивай. Консервы. Нормально, давай. Сейчас консервы раздать. Какая-нибудь как рванём, блядь. На, проверь. Да аккуратненько. Тише, тише. Патрон, цинки, цинки, цинки. Проверь. А ну, пока. Это отца, это твоё. Гранаты. Всё, машина сзад, машина сзад. Ложись, ничего нет, отошли от машины все. Отошли, оцепили, казаки. Казаки, если так. Тихо! Слышь, что? Гранат. Ну что? Все, ребята, отошли. Там тоже гранаты. Никто ничего брать не будет. Никто ничего брать не будет. Вызови наряд. Вы милиция, пацаны, становитесь, гранаты. Давай. Давай, какая группа? Оля, вы милиция. Коля, иди сюда. Сумочки уже здесь. Сейчас можно. Вещи, можно даже не открывать. Посыпать, смотри. И таблетки, вещи. Да, без пешка. Да, не будем уже совсем мародерствовать. Вижу, вижу. Дивана выдергивал. Вызывай наряд сейчас. Вот это очень тяжелый ящик. За это цим, когда патрон. Это цим, не надо, не открывай, его видно. 45, что надо? Калаши. Охереть! Полный вооружение! Какие вопросы, пацаны? И говорит, не знает, что везу, блядь. Да, нет. Это пипец! Они свали. Убивать! Где Братко? Да, звоните Братко! Убивай. Машину и, блядь, гранаты. Никто не едет, только что позвонили. Звоните один мой! Смотри, сборище начинается, Марат. А я тоже живу. Я тебя все домой. Давай, давай. Братком с нами. Ну понятно, блядь. Только сейчас они его закроют. Тебя будут хуярить вот тут под мостом. И кого ты будешь бегать искать? В Артема побежишь. Давай, газу, блядь, тормози. Что ты, блядь, творишь, блядь? Вообще, блядь, без головы или что? Вы что, блядь, не смотрите, что другие города ходят? А, все тут. Никто никуда не едет. Надо, я и угоню его, блядь. Не надо ничего гонять. У меня на грузовые права тоже есть, блядь. Не переживали. Я могу отогнать Урал, но никто никуда не едет. Ждем, блядь. Вот сколько мы ждем, не убив под немцами. Ждем, вот. Почаехали, на вагон земля, когда поехали в этот, поехали ребята в это, на соль, на склады, садись. Какие склады? Где же ты что, больная? На волонтерку ставь. На посту стою. Сынок, на машине, за нами, снимать там будешь, пожалуйста.